Вот с политикой странно, что они у вас тут так часто бывают и не поднимают эти темы. Молдавия в конечном итоге вообще становится, я говорю, уже не просто страной третьего мира, но становится просто из солнечной Молдавии аграрной, становится супермаркет, да, по импортной продукции. Ну, и почему-то люди, которые появляются и поднимают различные темы, забывают о самом главном. Эта страна аграрная. До тех пор, пока они не уберут этот супермаркет с импортной продукцией со своего рынка, нечего поднимать другие вопросы.